15 октября – Международный день сельских женщин. Эта дата рассматривается как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли женщин, задействованных в аграрной сфере. А это более четверти всего населения планеты. Министерство сельского хозяйства совместно с партнерами организовали торжественное мероприятие, где были отмечены женщины, эффективно работающие в различных сферах сельского хозяйства. Женщины задействованы в секторе сельского хозяйства. Их труд неоценим в изобилии наших дастарханов. Сельская женщина. Сегодня она фермер, предприниматель, садовод, а еще работодатель. И при этом хранительница домашнего очага. В мероприятии, организованном в связи с этой датой, особое внимание уделяется повышению общественно-политической активности женщин, обеспечению их достойного участия в сфере предпринимательства и фермерства, реализации их талантов, вовлечению в малый бизнес и частное предпринимательство, повышению политической правовой грамотности. 15 октября. Чтобы подчеркнуть тот значительный вклад, который женщины, сельские женщины оказывают в достижение продовольственной безопасности, в развитие сельских территорий и всех стран, этот день специальной резолюции Генеральная Ассамблея отметила как Международный день сельских женщин. И в этот день мы все отдаем дань уважения, признаем тот значительный труд, тот огромный труд, который эти женщины вкладывают в развитие и сельского хозяйства, и сельских территорий, и достижение продовольственной безопасности во всем мире. В ходе мероприятия состоялась презентация книги «Ученые женщины» и документального фильма «Звезды науки». Также были награждены женщины, ученые из Кыргызстана и областей, плодотворно работающие в различных сферах сельского хозяйства.